Всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. Продолжаем Alien Isolation. Так, здесь я уже бабах устроил. Получается, нам сейчас налево. В предыдущей серии мы закончили на том, что на меня напало это нечто. Когда вроде как по теории я защищался. Вообще, вдоль стеночек нужно чекать, потому что. Так, мне сюда надо. Я в прошлый раз прямо шел, а у меня был прямо. Где-то шарится. В общем, я защищался, а оно меня взяло и зажарило. Так. Мне налево. Короче, не будем, значит, беречь огнемет. Попробуем пройти так. Где ты, гадость? Ну! Сейчас она прибежит на звук. Детеныши обители все-таки. Вон оно, да-да-да-да. Получается, когда мы жарим детеныша, нужно готовить, что эта гадость тоже придет. Только давай сюда не чекай, окей, да? Ну, она хотя бы не догадалась, что мы здесь. Тоже хорошо. Все. Удаляйся. Все. Так, она ушла налево. Да, направо, то есть. Ну, если с той стороны смотреть, то это лево. Откуда оно пришло? А, слышишь, справа. Быстрее. Ох! В смысле? Таких тут несколько! Я прям видел, как там спереди упало. А спереди, слушай, нету. Их уже, получается, здесь просто целая куча, что ли? Я прям видел, как сверху же упало, нет разве? А че пупеть, блин? Офигеть. Ладно. Была моя ошибка. Не, просто видел, что туда прошел. И я потом видел, что кто-то сверху упал. Но сзади, блин, что-то я не понял вообще, что сейчас случилось. Ладно, идем на четвереньках. Просто идем на четвереньках. Сейчас ждем. Хотя, по сути, блин, ну, надо просто ее шугануть как следует. И пробежать туда. Ладно, сейчас она проходит, получается, туда, налево. И я попробую шугануть потом. Ну, как бы не буду прятаться. Ну, точнее, если вдруг... Она начнется возвращаться назад, чтобы я прям знал, где она будет находиться. Так, вот она ушла направо. Там направо она будет недолго. Ну, вот она идет обратно. Даже лучше, чем я планировал. Так, не бежим никуда.
Блин, она не одна тут, явно. Да господи. Нет энергии. Да ты чё? В смысле нет энергии? А где энергия? Да умри нахрен. Иди нахрен отсюда, иди отсюда. Говно, блин. Сохраним коней пока. Блин, я в замутнении. Пока не буду сохраняться. Я сначала найду энергию. Я просто не вижу. Ладно, пошли сюда. Иди говно нахрен сюда. Так, это не рабочая, да, штука? Зараза, блин. Значит, надо идти туда, откуда я пришел. Фу ты, гадость. Давай тогда сюда, здесь где-то налево ход. Да-да, вот сюда. Вот лестница наверх. Сейчас она прорвет сюда, я еще раз шугану его. И пойдем наверх. Ой. Ты идешь сюда, нет? Гадость. Ладно. Блин, непонятно. А! Хер, раз, два тут. А, нет. Ни хрена тут нету, блин. Блин, а как же подать питание-то? Твою мать, блин, а где? Блин, ни кабеля, ни хрена не видно. Что делать? Ой, блин. Я не буду сохранять смысла, я трачу огнемет. Пока просто так, чисто, чтобы понять, где еще. Где отсюда говно? Мне сейчас просто нужно найти что-то, почему. И потом уже, если что, уже, ну, по... По необходимому маршруту мне идти. О. Так, это не то. Это тоже не то. Блин. Дать энергию. Вон, вижу. Ага. Только как туда попасть? Там должна быть, значит, какая-то дырка, которую я просто не увидел. Хорошо. Пойдем. Так. Окей. Блин! Попался. Тут кругом слюни бегут. Тут хоть просышь, где оно может сидеть, зараза вонючая. Ладно. Что я так не буду просто отсиживаться. Сейчас просто идем и пользуемся огнеметом и просто пробиваем себе путь. Иди нахрен отсюда. Ну чё ты? Что делать-то? О.
Так. Так, ну-ка. Вот в прошлый раз у него был баллон для огнемета, а теперь говно какое-то. Так, ищем вентиляционную шахту. Где ты, тварь? Иногда прямо, либо справа. Давай, давай. Где отсюда нафиг? Так, давай тогда сюда. Их две, да-да-да. С двух сторон. Да в смысле, блин? А, я жив, все нормально, она просто меня толкнула. Фух. Да, их двое. Она сейчас, получается, не могла так быстро прям тпшиться. Сначала с одной стороны напала, потом с другой. Блин. Вы угораете. Вот. Да-да-да-да-да. Так, вот генератор. Баллон, хорошо. Тут что у нас? Так, здесь оно никак ко мне не может пробраться, да? Только если по низу. Давай. Запускаем. Надеюсь, только два ядра надо запускать, а не какой-нибудь еще там четыре, блин. А то это жестко будет. Так, вроде ушло. Смотри, видишь, одно залезло в вентиляцию, другое по низу ходит. Ожужжать просто. Офигеть. Где-то здесь ходит. Так, вот теперь уже сливаться стрёмно. Но там, по сути, надо слева сейчас будет как-то сохраниться. Но сначала, чтобы было чисто все. Она, получается, за стенкой. Она сейчас где-то, вот, скорее всего, вот здесь вот ходит. Мне что-то кажется. Заметила гадость до меня. Патрон для дробовика. Так, давай, наверное, хильнемся. Чтобы было фул здоровья. Пошли. Да блин, мать твою, ты хватит тут ходить-то, блин. Ладно, пошли, все, пофигу. Сохранимся, пока оно отошло. Все. Теперь надо эту тему активировать. А, и сначала надо электричество подать же точно. Ну, точнее, тут... Так. Давай. Отлично. Отлично. Отходим. Ну. Иди сюда. Иди сюда, краля. Я тебя поджарю. Я тебя отжарю, как последнюю сучку. Кукусики.
Да отвали ты нахрен! Ты что такая бесстрашная? Все. Надо вернуться к реактору. Так, и теперь нам назад. Наверное, сейчас лучше пока не стоит убегать, я так понимаю, да? Сейчас начнет все искрить, не? Надо было убегать все-таки, ну ладно. Хотя вроде по электричеству по воде не идет. Я ни хрена не слышу, что происходит слева. А вон она. Иди отсюда. Что там туда? Ёб твою мать, какого черта? Ты что, был поцелуй насмерть? Офигенно, блин. Меня, кстати, глисты убить еще могут. Черт. Наступил нахрен. Ладно. Значит, бежать не спринтом, бежать не вариант. Передумал. Ну, разумно, на самом деле, сказать, передумать. Нет, не передумал. Че толкаешься-то? Места-то вроде много. Бежим. Да блинство блинское, да что ж ты? Капец, что у меня в ушах происходит. Столько шума, столько гамма, блин. Там хрен что разберешь, куда, что почем, кто откуда берется вообще. Вообще, такой базар вокзал, я не понимаю. Откуда кого слушать? Это глиста где-то сверху упала, блин. Вроде была сзади, а оказалась сверху, блин. Седьмое пекло просто. Ну-ка, иди сюда. Давай. Да я здесь! Неадекватное создание, блин. Ладно, идем, не бежим. Не бежим. Просто спокойно идем. Спокойно идем. Не паникуем. Так, сейчас смотрим, это падали сюда упадет. Где ты? Где ты? Вон они. Мать твою, что происходит? Так, куда мне? Сейчас выходим налево. А теперь можно бежать. Блин. Так, здесь куда? Налево. Да ладно! Грёбаный шлюз.
Блин, я так был близок. Вот это чувство конца, и ты такой торопишься, чтобы убежать, и тебя ловят. Прямо просто шаблонный, вот, просто шаблон фильма ужасов. И я сейчас на него попался. Давай, иди сюда. Ты куда? Я тебя ждал, солнце. Все, идем спокойно. Да, надо. Сейчас отсюда появится, да? Так, сюда. Залазь, отлично. Так. Умри, гадость. Боже мой, что ж такие стрёмные звуки-то? Зачем? Зачем это все мне? Не бежим. Спокойно идем. Так, здесь обходим. Вон он, люк. Просто его нахрен обходим. Все, валим. Фух, как они искусно прятались, слушай, да, вот? Во всем вот этом дерьмище, да, получается. Вот я столько уже, сколько там, серии 4, 5, наверное, играл, вот с этими андроидами бился. А эти тут себе спокойно сидят, такие. Нетушки себе свили. Черти. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Ну вот ладно. Что я сделаю. Тут есть механизм аварийного сброса излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю и включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Я тоже. Короче, держись за что-нибудь. Держись за свои штанишки, мальчишка. Мы идем поджигать этих тварей. Так, и что мне сейчас надо делать? Эти ядра, да, перегружать? А потом щемить, что есть мощи? Но я думаю, они нам должны помешать, эти твари-то. Или нет? Так, подожди, где? Ой! Поехали. Начинается фестиваль. Казанки! Давай, быстрее, не будем время терять. Ой! Ничего, я тебя не буду на тебя тратить. Огнемет тем более на тебя тратить не буду. Посмотри, ему просто срать. Я... Ляха-муха. Да уйди нахрен, помощь. Еще, да сколько вас здесь? Есть патроны, дробовик? Подожди. Давай вот этот.
На нахрен, сука. Я вас сейчас быстро отключу нахуй. Готово. Так, подожди. Где? Куда? Где еще? Так, надо отхиляться. Сейчас зарядим револьвер. Так, зарядим дробовик. Два патрона, все-таки два патрона, есть два патрона. Так это не дергается. Сейчас нам получается этот надо реактор перегрузить. Где он? А, во. Так, а что не, ничего? Не понял я что-то. Я, походу, там что-то не сделал. Так, во. Есть. Первое есть, да, получается? Пошли второе. А почему нет-то? А. Наверное, сначала здесь надо процессию с одним реактором сделать, потом со вторым. Ай, блин, я забыл, что нужно с этой штукой сделать. Так, балансировка значений. Блин, я не помню. Блин, я не помню, что надо делать. А, вот. Обновлено. Так, все, с этим закончили. Пошли другое. Отлично. Ой, какой звук-то нехороший. А чё, походу бежит надо, да? А, нет, с другой стороны. Бля. А, интер. Последняя здесь сверху сейчас появится. Включение. Дальше что? Следующий, да? Ну, здесь просто тыкаем и нажимаем Enter. Закрыто, все. Дать энергию. Охренеть, 4 штуки. 6 выстрелов хотя бы бластером, или как он там? Минус раз. Минус два. Минус три.
Минус 4. Есть. Так, куда дальше? Нажать на... Ой. Мне назад куда-то надо вернуться. К тому главному пульту. Полетели, так она еще пока я под контролем, надеюсь. Да, вроде. Начать зачистку консоли реактора. Это где? Это... Ага, это с другой стороны. Так, все, мы походу их отключили, я так понимаю, да? Бегом, бегом, бегом. Ну я бегу. Я бегу как могу. Ой, что-то нехорошо. Нам, получается, наверх надо попасть, да? Так. Да. Подожди, давай наверх. Да, чтоб тебя. Нет, нам сюда. Да ни хрена нам не сюда. Так, что за дупло? Вот она, лестница. Погнали, погнали, давай, 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 давай. Вот это, ребята, жара прям понеслась. Так, все, мы на месте. Погнали. А это что такое? 24 556. Чего? Используйте. Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись. Ты где? А нам не надо бежать отсюда? Смотри, смотри, сколько их там. Чё такое? Офигеть! Офигеть! Вы чё, серьёзно? Уровень омега. Множество неизвестных биологических организмов в разных областях станции. Мать твою ж за ногу. Отмеченный перебой с подачей энергии. Они чё-то... На станции ещё остались твари. Чёрт. Прости. Ты только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Вернуться к Рикардо. Бля, их там просто тысячи. Как? Как я должен это сделать? Как я должен вернуться? Ладно, огнемет. Единственное мое спасение на данный момент. Где? И сохраненку, я давно не сохранялся. Если сейчас я умру, то просто будет вообще жестоко. И скорее всего сейчас будет лифт, да, и мы поедем куда-то наверх. Либо будет сохраненка. Лифт или сохранёнка? Погоди-ка, Рипли, тут что-то странное. Все, Рикардо, да? Хана. Беги в госпиталь, скорее! После того, что ты сделала с... Подожди. Реактором все системы на станции начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. Короче... Так, секунду. Это наш шанс, беги быстро! Времени у нас мало, я спускаюсь с Сиксом Телеком. Окей. Попасть в госпиталь. Господа! Попасть в госпиталь — наша задача. Сраный госпиталь, я его ненавижу, но надо туда попасть. По-любому надо туда попасть, но в следующей серии. Всем пока. Вот я подлец, да?